У Дніпропетровська новий міський голова Борис Філатов у понеділок ввечері міська ТВК оголосила результати другого туру виборів. А ось у Кривому розі гаряче є інформація, що будівлю Криворізької міськради навіть замінували. Засідання міської ТВК перенесли на невизначений термін. А мітинг у підтримку одного з кандидатів, запланований сьогодні на вечір під міською радою, не відмінили. Я нагадаю у кривому розі розрив між кандидатом від самопомочі Юрієм Мілобогом і ставленником опозиційного блоку Юрієм Вілкулом менше тисячі голосів. Більш детально про ситуацію з підрахунком голосів на Дніпропетровщині поговоримо із нашим гостем, головою обласного комітету виборців України Станіславом Жолодівим. Добрий вечір Добре нашому вечір. гостю. Давайте почнемо не з Кривого Рога <світ> а <світ> з Дніпропетровська. Це уже Окончательно Филатов мэр или еще что-то может поменяться, как вы скажете? Ну, до тех пор, пока Центральная избирательная комиссия официально не представила результаты по подсчетам в городе Днепропетровске, мы говорить еще окончательного это не можем. Мы можем ждать от ск сюрприза я надеюсь что ну да мы ждем но я надеюсь что их не последует потому что разрыв между кандидатами очень существенный и он даже в результате судебных каких-то разбирательств если уменьшится то нена намного не принципиально uh -huh. то есть та информация которую мы получали от псевдо международных наблюдателей я говорю псевдо потому что к сожалению по другому назвать этих людей не могу так как они нарушили то Прежде всего, закон Украины, так как у нас международным наблюдателям запрещено до объявления результатов давать оценочные суждения и комментарии. Uh -huh. А те наблюдатели, которых мы слышали, они, к сожалению, там, озвучивали цифры. Там и 80 тысяч голосов было куплено, причем бабушка сказала, наверное, в пользу Филатова. Но это цирк uh -huh. откровенный, и э, вы понимаете, что подобные вещи можно рассматривать только как элемент политтехнологии в, в пользу другого кандидата. Вот это единственная вещь, по которой как бы, можно отталкиваться для каких-то юридических предпосылок, и то она крайне-крайне несущественна. Mm -hmm. Сколько дней у ЦВК по закону на оглашение результатов, как, когда они это нет могут здесь сделать? не у ЦВК, здесь у нашей местной ну, городской наше ЦВК комиссии э, да просто остается дело за формальностью ну, размещения да, этого уже результата на официальном сайте Центральной вот избирательной вот сколько комиссии. времени на это или это не ограничено? это не оговаривается это не оговаривается да. законом то есть мы ждем когда же все-таки фамилия мэра Днепропетровска появится на сайте ЦВК ну и мэра Никополя тоже дело и в мэра том, Никополя что именно такая же ситуация эти да? два города Почему-то до сих пор, причем если Днепропетровский подсчет продолжался до вчерашнего вечера, то Никополь был посчитан Раньше. достаточно быстро. Угу. Так же, как и Павлоград, так же, как, например, и тот же результат, я уже могу говорить точно, предварительный по кривому рогу. Угу. И кривой рог, собственно, с чего и начались все проблемы, потому что в 3 часа ночи Криворожская городская комиссия... Уже, уже сказал э, сказали они, ну вот в этом интервале между тремя и пятью, то есть представьте себе город, в котором семь районов, более 700 тысяч э, жителей, избирателей, пришла цифра, естественно, угу. меньше, там порядка 35% э, приняло участие, но тем не менее цифра очень большая, и город самый протяженный в Европе, да. и за этот период с восьми вечера успели и дельничные выборчи комиссии и районные все семь, и городская успела всех принять и обработать. Mm -hmm. Это при том, что в Днепропетровске, который не намного больше, и количество участков не намного больше. В 7 утра только районные комиссии где-то закончили, и прием э, в городское продолжался до вечера. Mm -hmm. То есть уже вызывает mm -hmm. это подозрение. Вот этой информации на сайте ЦВК нет и по другим городам Днепропетровской области, или только по Днепропетровску и Никополю? Ну, по второму туру по только второму Днепропетровск туру. и Никополь. И Днепродзержинск уже есть официально. То есть а по Юрию Вилкулу эта информация есть да, на ЦВК? Да. Уже, Но, да, да. Дело в том, что э, здесь к ЦВК кстати претензий никаких нет, потому что ЦВК э, использовала тот протокол, который предоставила Криворожская ЦВК, городская комиссия. Да. Да. И на его основании он пришел раньше, и они выставили этот материал. Ну, то есть вот э, Филатова-то да. объявили вчера ночью, да, э, да поздно, поэтому... я не знаю, сегодня или вчера, где-то на границе суток. А сегодня целый день, почему он не размещен еще? Я Надо думаю, оставить. что у ЦВК сейчас э, есть горячие точки, более, более горячие. чем ну, Днепр ну... важный, тот же Кировоград, где разница угу. голосов еще еще меньше, чем в Кривом Роге. Будем надеяться, что это действительно просто формальная задержка. Я тоже на это надеюсь. А что с Кривым Рогом? Это возможно, возможно нам ожидать изменений? В Я думаю, этого? что все возможно при такой малой разнице между кандидатами, при столь спорной ситуации. Ну, вот эта разница, которая 752 голоса задекларирована, это достаточно Поднять данные по одному-двум участкам, угу. подтвердить э, проблемным факт, да? Да, да, проблемным. Ну, сейчас как речь проблем. вернее, вчера вечером шла речь о четырех таких проблемных участках, где э, добиваются представители Милобога угу. э, пересчета. Ну ведь за это время уже могут быть сделаны определенные. Ну, уже там, сейчас да. очень пристальное внимание уделяется. Ну, и смотрите. вот этот факт за минированием, это Криворожская городская комиссия повторяет историю прошлого года парламентских выборов, когда для того, чтобы сделать, вот взять паузу и что-то, возможно, mm -hmm. смахинировать, они тоже объявили о своем минировании. То есть да -да -да. Кривой ну, Рог фальсифицировался всегда. Всегда с начала 2000-х годов там были массовые махинации, массовые фальсификации Массовое и тотальное использование административного ресурса. Просто я о чем говорю, что сейчас э, есть время ситуацию подправить. Да? Например, я, я не знаю, насколько это правдивая информация. Наблюдатели говорят о том, что голосование в больницах, например, происходило, и там э, цифры ну, чуть ли не стопроцентно проголосовали. Там вот 200 мест в больнице есть, 200 проголосовали. А в это время они проверяли, там 15-20 человек находилось на стационаре. Ну, То это... есть сейчас же могут экстренно кого-то положить mm -hmm. уже mm -hmm. в больницу. Ну, уже нет, потому что списки спецучастков закрыты. У -у -у. Они уже закрыты буквой Z ну, по процедуре, у -у -у. и туда никого добавить не Просто можно будет сверить список Конечно, и количество да. голосов. Вбросы точно так же можно определить. То есть, если они делались в спешке, а мы понимаем, вот. Всплеск явки в Ингулецком районе, который, кстати, единственный, э, дал победу Вилкулу с огромным отрывом. Во да. всех остальных шести районах победил Милобок с небольшим отрывом, угу. но все-таки победил. В Ингулецком районе всплеск активности угу. произошел в последние буквально там, часы перед закрытием да, участков. Да. И это уже обо многом говорит. То есть вот косвенные эти признаки... Четко ну, указывают на определенные махинации. У нас косвенные признаки не являются доказательством, Отнюдь. да? Это нужно То доказать. Есть, вы меня извините, у нас апелляционный суд Днепропетровска окружной отменил результаты выбора по Новомосковску по косвенным признакам. Угу. Иск Шиловой по пяти участкам, которые тоже, как мы не доказывали, что абсолютно безосновательно ее требования их пересчитать. Да. Суд его удовлетворил. Вот, кстати, подобная ситуация возможна ли в Днепропетровске? потому что очень многие подобные Новомосковску, я имею в виду очень многие прогнозируют опять-таки если сейчас э, проигравший кандидат Но начнет судиться, разница... то вступление в должность нового мэра затягивается. Оно может затянуться, естественно. За это время это уже вопрос За это время Да-да-да-да-да. То, что сделано было то, что в, Новомосковске. в Новомосковске. Но в Новомосковске было 100 голосов разницы. В Кривом Роге 700. Мы надеемся, что не повлияет. Более 20 тысяч разница. То есть, как вы не пересчитываете, чего вы не добиваетесь, ничего, кроме затягивания, это уже не даст. С этим понятно. Немного времени. Давайте что по другим городам Днепропетровской области? Еще раз объявим, кто где, какой кандидат выиграл. Днепродзержинск. Днепродзержинск Андрей Белоусов представитель БПП «Солидарность». Там однозначно. Там, все. ну да, в этих городах однозначный результат. В Никополе Андрей Фисак, действующий, исполняющий обязанности, тоже БПП «Солидарность». И там, и там его, их оппонентами были представители укропа, uh -huh. соответственно, Найда и Бычков. Uh -huh. В Павлограде 59% побеждает представитель оппозиционного uh -huh. блока, бывший мэр, нынешний первый зам. Сейчас уже снова мэр, вторую каденцию, uh -huh. Анатолий Вершина. У Титанового, Джексона, Терехова. Там все известно. Ну и коротко, перед тем, как прощаемся, тема выборов уже. Когда нас покинет? Когда мы сможем уже э, заниматься деятельностью, а не только выборами? Другой деятельностью. Я ничего не хочу предрекать, но учитывая, как у нас произошло переформатирование местных политических элит. Вот смотрите, по Днепропетровску э, в новый состав горсовета попало только 12 депутатов прежнего созыва. По Кривому Рогу ситуация почти такая же. Угу. В областной совет аналогично. То есть мы увидели... Есть надежда на новую кровь? Да, это прежде всего это. И второй момент. Появились новые политические игроки. Старые, угу. я имею в виду старые, с 2014 -го года. Та же Самопомич, Радикальная партия. Да, Они получили второе дыхание. БПП, Солидарность. То есть э, вполне возможно, что мы увидим определенное переформатирование угу. и всеукраинского уровня. И плюс у нас начинают Це перші вибори в нових місцевих громадах. Так. Дякую вам. Слідимо за ситуацією, будемо самі на зв'язку, будемо контролювати. Дякую. Так, Дякую ще раз за участь. Станіслав Жолудів, голова обласного комітету виборців України, був гостем нашої студії. Звичайно, говорили про результати виборів, які пройшли у неділю, 15 листопада. Другий тур виборів, я маю на увазі. І продовжуємо далі.